Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» выходит на финишную прямую. Сварено в нитку уже почти 99% трубы. Протяженность первой очереди газопровода от Чиндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем составляет более 2000 километров. «Сила Сибири» – это один из ключевых проектов, который ПАО «Газпром» реализует в рамках Восточной газовой программы. Сегодня компания опережающими темпами создает всю необходимую для начала поставок газа инфраструктуру. Наша съемочная группа побывала на строительстве компрессорной газоизмерительной станции в Амурской области, чтобы самим ощутить пульс масштабной стройки. Еще этой весной Юрий Кинзерский трудился над дипломным проектом в Томском политехническом университете, а теперь работает на одной из крупнейших строек страны. Проверяет исправность оборудования и следит за его монтажом на строящейся компрессорной станции для магистрального газопровода «Сила Сибири». Бывший студент, житель самого удаленного в Томской области села Александровское, возможность работать здесь называет своим счастливым билетом в жизнь. Для меня эта работа, прежде всего, это перспективы и очень большой опыт. Новые оборудования стоят, которая еще ни разу не использовалась. И сами масштабы всего строительства, они очень впечатляют. Это первая компрессорная станция, которая будет построена на магистральном газопроводе «Сила Сибири». Здесь природный газ будут компримировать, проще говоря, сжимать, чтобы ускорить его движение по магистрали общей протяженностью более 2000 километров. Для этого установят 5 газоперекачивающих агрегатов. В результате мощность этой станции, 128 мегаватт, в разы превысит показатели подобных объектов общества. Сегодня готовность станции более 40%. Сложно поверить, что еще в начале прошлого года здесь было нетронутое поле. С ноября 2017 года буквально на моих глазах это поле превратилось в площадку строительства, на которой сейчас уже трудится порядка 500 человек, возводятся просто на глазах объекты производственного, бытового назначения. Это, конечно, уникальный опыт. Ускоренными темпами идет строительство другой станции – газоизмерительной. Отсюда до границы с Китаем всего километр. Здесь, на площадке в 6 гектаров, уже к концу этого года появится автономная промышленная база со своей дизельной электроподстанцией, котельной, насосной станцией водоснабжения. Но главное здесь – вот этот технологический корпус. На каждую из этих 8 линий трубопроводов установят по 2 ультразвуковых датчика. Они будут измерять количество поставляемого в Китай газа. В этом же корпусе также будут проверять физические и химические показатели экспортируемого сырья. Компрессорные газоизмерительные станции заработают уже в следующем году. Сегодня свободненский филиал «Газпром Трансгаз Томск» подбирает специалистов для работы на этих объектах. За последний месяц трудоустроены более 30 человек. До конца ноября компания примет еще порядка 60 жителей Приамурья. Газопровод «Сила Сибири» – один из ключевых проектов Восточной газовой программы, направленный на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Жители этих регионов будут обеспечены поставками газа на долгосрочную перспективу. Также будет организован новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспортная производительность магистрального газопровода «Сила Сибири» – 38 миллиардов кубометров сырья в год. Газ начнет поступать за рубеж по этому трубопроводу в декабре 2019 года. Елена Нечаева, Евгений Лысенок, Вести Томск, Амурская область.